Прошлой ночью в мотеле убили двух человек. Ты поймал виновных? Пока нет. Лейтенант, к вам гости. Я ваш новый помощник. Ты знала об этом? Вам пригодятся лишние руки. Хороший костюм. Спасибо. Прямо для красной дорожки. У Анны остановилось сердце. По словам коронера, что-то напугало ее до смерти. Обещаю, я найду того, кто с ней это сделал. Нет ни идей, ни зацепок, кто бы мог решиться на такое зверство. Какой у нас план? Прочесать 70 тысяч квадратных километров? Ты слышал про ограбление инкассатора? Свидетели утверждают, что вертолет с грабителями направился в сторону Навахо. Речь вроде шла о двойном убийстве. И об этом тоже. Найдем деньги, раскроем дело. Господь говорил, ищите и обрящите. То, что я видел прошлой ночью, правда. Правда у каждого своя.